Благодарю вас, господин президент, за добрые слова. У нас не просто улучшаются наши отношения от года к году, но у нас есть уже целая история этих отношений. Я не единожды бывал в вашей прекрасной стране. Я очень хорошо знаю, с какими проблемами сталкивался Иран, какие проблемы существуют сейчас в наших двусторонних отношениях. И мы полны решимости эти проблемы решать. Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной настолько, насколько вы этого желаете.